Всем привет и добро пожаловать на наш канал. Меня зовут Алена, и сегодня мы проведем небольшой психологический тест, который определит тип вашей личности. Порой, казалось бы, обычная картинка может очень многое рассказать о нашем психотипе. В зависимости от настроения и нервно-психического состояния у каждого человека возникают различные ассоциации при просмотре одного и того же рисунка. И в зависимости от того, что увидел человек, психологи расскажут много интересного о человеке и его психологическом состоянии в данный момент. Для выполнения задания придерживайтесь следующих правил. Посмотрите на изображение, но не разглядывайте его. Зафиксируйте внимание на первой мысли, которая вам пришла в голову. Что вы увидели первым? Если вы женщина и увидели лицо мужчины, то это может означать, что вы сейчас находитесь в активном поиске молодого человека или вы в состоянии сильной влюбленности. Если у вас уже есть отношения, это может означать, что вы уже глубоко связаны с этим человеком. У вас уже крепкий союз, но состояние первой влюбленности не проходит, и ваши отношения до сих пор несут легкость. Если вы мужчина и сначала увидели лицо мужчины, это означает, что вас могут беспокоить ваши межличностные отношения с другими мужчинами. Это могут быть ваши коллеги, знакомые или близкие друзья. Возможно, вас слишком беспокоит то, что они думают о вас. Попробуйте немного отвлечься от этой навязчивой мысли. Не важно, что вас думают окружающие, главное, чтобы вам нравилось то, чем вы занимаетесь. Если вы женщина и сначала увидели женское лицо, это означает, что вам очень комфортно в собственном теле. У вас полный симбиоз душевного и физического состояния. Это придает уверенности и сослужит вам хорошую службу в будущем. Главное не сбивать вектор вашего движения, ваши компасы настроены верно, и не стоит сомневаться даже, казалось бы, в самых бредовых идеях. Обычно самые бредовые идеи приносят в нашу жизнь самое лучшее. Если вы мужчина и первым увидели лицо женщины, это может указывать на то, что вы ищете партнера, с которым хотели бы связать свою жизнь. Мой совет, если вы находитесь в долгом поиске: не зацикливаться на этом, дайте вещам происходить естественно. Стоит вам отвлечься от этой мысли, и, возможно, уже завтра вы встретите того самого человека. Какие изображения вы увидели в первую очередь? Раскрыл ли кто-нибудь что-то о себе, о чем вы не знали? Оставьте комментарии и поделитесь этим личностным тестом со своими друзьями. Также не забывайте подписываться на канал. Вас ждет много нового и интересного на нашем канале. До встречи на следующей неделе!